Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Каракалла, прозвище римского императора Марка Аврелия Севера, Антонин, правил в 211-217 годах нашей эры. Прозвище, полученное им за гальской одежды, кельтского плаща. Он при поддержке армии наследовал своему отцу Септимию Северу. Затем вернулся в Рим, убил своего брата Гету и тысячи его сторонников. В правление Каракаллы был издан известный эдикт о даровании римского гражданства всем свободным подданным империи. Но в основном он запомнился своей бессмысленной жестокостью и экстравагантностью. Каракалла не имел потомства. Вот что написано в Википедии. Опустошив и разграбив западные области парфянской державы, Каракалла отправил послов в Сенат, дабы они объявили сенаторам о его победах, после чего сенаторы дали ему титул «Парфянский величайший». Однако вероломство Каракаллы и его оскорбительные действия по отношению к могилам царей не могли не вызвать у парфян справедливого ожесточения. Они собрали крупную армию и выступили в поход. Осознавая всю серьезность положения, императорский префект Претория Макрин, желая предотвратить продолжение войны, составил заговор против Каракаллы и велел его убить, что и было сделано 8 апреля 2017 года. Из Википедии нередко его изображают полупомешанным, однако те же источники отмечают в другой связи его острый ум и незаурядный дар слова. Отличавшийся грубой внешностью и жестоким характером, Каракалла явился прямым или косвенным виновником смерти своих тестя, жены, зятя и брата. Его подозревали также в попытках приблизить смерть отца. Вот так вкратце о римскому императоре Каракалла. Пока-пока, до свидания.